Крокус Сити. Океанариум. Мы приехали в один из московских океанариумов. О, у нас уже встречают артификал медузы. И встречает группа поддержки и пресса. Здравствуйте. Индийские гости, вы нас ждали. Да. Так. Кассир.ру. Значит, билет по скидке 400 у Светланки есть. У меня нету, у нас с Сашей нету скидок, значит, по 1000. Это твой 400. 2 плюс 2, 2 взрослых и 2 детских, есть скидки. 2 плюс 1, 2 взрослых, детские, есть скидки. А вот на 3 взрослых нет скидок. Светочка, на каждой экспозиции будут проверять билеты. Вот она, красавица. И здесь почему-то сделали раздельно моря и океаны и пресноводы. Я не знаю, можно бы ты потрогать? Ой, почем вообще гадить? Ой. Первый раз, говорит, я так вижу. Ой, можно даже было ножку потрогать. Она ножку вытащила из воды. Уважаемые гости, пожалуйста, не трогайте животных. Это опасно. They say this is dangerous. На черепахе мы и остановились. Она такая большая, чистая, прекрасная. А вот еще рыбки там. Я знаю, что рыбки там. Ты не ешь рыбки? Но? Почему? Maybe for her enough food. Она не ест, говорит, рыбок. Почему нет? А может, ест. Кто их знает? Горбы темные. Ой, какая рыба. Very interesting. Very interesting. On the top they write who is it, darling. Yeah. Это камчатский краб, разве? Нет, вот волосатая рогатка, darling, this. Как булыжники лежат. Нормально. Breathing, breathing, look. Дышит, дышит, говорит, посмотри. А эти на нас вылупились, мама. А мы что? А они тоже думают, эти на нас вылупились. А нас, говорит, снимать. Ой, moving, moving. Смотри, как красивый, Ирин. Вот там горшочек ставит, видишь? Ух ты, да. Jellyfish. Это звезды, this is stars. А смотри, осьминог. Ой. Да, moving, look. Moving. Ой. Это октопус. Кто? Октопус. Октопус, говорит. Октопус. Ой, ты не тряси меня, don't move me. Вот она, посмотрите. А вон присосалась. Вот еще. Вон они. Для звездочки. Сейчас, папа. Как интересно. No food, no food. А посмотри, там целая компания звезд. Ой, прилепилась. Гирлянда. И маленький внизу такой. Я не мешаю. Да, и он маленький. Матрешки. Матрешки, точно. Ой, какая босая. Very nice, very nice. Да-да-да. Потрясающе. Привет. Mama, how they stand in the water?
они висят в воде, говорит. Чьи? Я не знаю. И везде звезды прилеплены. Они живые, Светочка. Я паду. Мама, нет. Ты меня не бей. Look this one. Look like lie down like this. Rescue. Она притворилась, что она песочек. Она покрылась пятнами такими же. Посмотри, какая прелесть. Так, значит, тут есть серый морской еж. Скорпинообразные, желтый или трехполосый окунь. А вот тут, который лежит, это кто? Maybe when I finish, I go for more side, you know? You have to make a video also, so I don't want to disturb you. Beautiful. Beautiful. Wow. Ой, я таких никогда не видела. I never saw this design, darling. Yeah. Какая она красивая. You see zebra. Как зебра, да. Giraffe, говорит. Giraffe. Ты, говорит, видела такого стиля дизайна зебры на жирафе. Я вот эту книгу вообще не заметила. А я заметила самую зебру. Смотри, смотри, смотри. Где рыба? Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Идите сюда. Лиза, смотри, какая зубрёшка. А я там вижу зубы. Я не успеваю. Вот там зубрёшка. Смотри наверху. Кроника, солнышко вас зубрёшками. Смотрите, вот она повернулась. Мы взяли бананы, can you open? Can you open for me? По-английски он говорит, надо говорить can you peel? Peeling. Peeling, значит, это вот обрывание кожуры. Вот откуда пошло слово peeling. Рыбки, наверное, не хотят бананов. Саши говорит, ну они в тюрьме, как в тюрьме. Но с другой стороны, зато их никто не съест, как много каждый день съедается рыбы. Мы же не обращаем внимания, что вот акул погибает в день тысячи и сотни тысяч. Вот когда акула съест кого-нибудь, мы сразу обращаем внимание. Акула-убийца. Ну, самый большой убийца на планете, наверное, это человек, потому что он все-таки не только ради еды многих убивает. Животные это ради еды. Если ты вовнутрь положишь 50 человек, они все будут шуметь и ругаться. А 50 рыбок плавают молча. Парикарма. Парикарма, смотри-ка, они кружатся, как парикарма.
как кора, обход вокруг святого места. А можно так? Он говорит, он хочет вовнутрь и с ними плавать. Есть такая услуга? Вот you can watch from there, from. Давай, давай, let's make photo. Давай, давай, сделай наше фото. Сейчас. На фоне рыбок. Мы их не едим, мы на их фоне фотографируемся. Ирина, я хочу сказать, что здесь света практически нету. Ну, мы пошли потихонечку, мы все равно не заблудимся. Ни ты, ни мы тебя подождем, чтобы никто не был привязан. Мы каждый своими съемками, вон он машет, увлекаемся. Ой, слушай. Вон Саши, давай его сфоткаем. Сейчас иду я, иду к тебе. А мы Светланку сфотографируем. Где он там? Ой, как здорово. Как потрясающе тут. А где наша Светочка? Вон она. Very nice, да, потрясающе. И здесь, darling, this also, у них есть еще вот такая маленькая штучка, из которой виден весь этот аквариум. И мы даже видим Свету. Но он здесь очень уменьшает. Весь этот аквариум огромный, выглядит таким крохотным. А ведь он огромный. Светик, а из этого вот иллюминатора весь тот бассейн выглядит маленьким-маленьким. Саши даже его не узнал. Он говорит, ты посмотри, какой маленький бассейн, какие маленькие рыбки. Вот как стекло уменьшительное вот здесь работает. Это просто уменьшило, я не знаю, раз в 20. Посмотри, он выглядит каким, да? Непонятно. Кажется, это хорошо. Нам хорошее. Тебя было видно. Сейчас я подойду. Подойди туда. Я иду назад. А Светланка меня будет вот из этого вот. Куда? Поближе, да? Все, я уже близко, это максимум. Фотографировать. Молодцы какие, так здорово сделали. Стой, wait, I will make your photo. Душ. Do you like this place? Очень-очень ему это место нравится. Невероятно, конечно. Здорово сделали, так красиво. Хорошо, что у нас душ сюда загнал. Да, да. У нас, если бы не было дождя, у нас были бы другие планы. Но это так классно. Скамеечки даже в таком вот стиле, как природу вплетены. Я вас всех вместе сфотографирую, получится красивые фотографии. Давайте попробуем. Светочка. Сейчас, секундочку. Стой, Саши. Ой, черепахи бежали. Сейчас. Тартл. Это не акула, это скат. Вау. Нет, это акула маленькая. А почему у нее такой хвост не акулий? Кисрела. Или это акула? Акула. Кисрела. Так, сейчас. Сейчас. А я потом скриншоты сделаю. Так удачно будет. Да. Все? Черепаха вот она? Черепаха внизу. Она пошла вон на дно. Ой, long one. Сейчас.
внимание, животных не кормить, монеты в воду не кидать. Неужели кто-то додумывается и монеты кидать? Чтобы вернуться. Чтобы вернуться. А, Светочка, ты меня щелкаешь, да? Нет, я тебя сейчас... А можно я ее вот так? Сейчас, вот сюда, подойди, Надя, сюда. Подальше, дальше, туда, глубже. Видите, тут раз какие классные делают. Да. Так, вот твоя камера немножко мешает. Снимай, снимай, снимай. Я просто ее в зеркало. Ира, сюда, прям. Все, на фото повернулась. Опа. Ну это же, это же... Это же что-то. Тут у них склад. Воды даже не видно. Вот она настолько тут чистая. Такое впечатление, что это картинка просто. Мультик. Ой, какие эти уже маленькие-маленькие. They go down and then go up quickly. Да, да, да. Watching, but вниз покушать и быстро прыгай наверх. Там экран показывает фильм, наверное, о рыбках. Коралл, что ли, такой вот это? Да, я думаю, что так. Мелюзга. Прям как на картинке нарисованная. Вообще невероятные цвета. А вон, вон Немо, Немо, рыбка Немо. Во. Да. А вот это не Дори? Или Дори, Дори была другая? Это я... Дори, наверное, рыбка Дори. А где ты увидела клоуна? А вот именно маленький. А клоун маленький там. А рыбка вот Дори, у которой краткосрочная память. А, да, ну вот же актиния водоросли, которые вот рыбка-клоун живет. А вот рыбка-клоун живет в этих водорослях. Вон он там прячется, маленький такой хвостик уже спрятал. Это Немо. И вот еще один Немо. А это его папа, его иный папа. Папа, да, его иный папа. Вы как истинный петербуржец. Да, говори как петербуржец. Ейный. Да. Евойный. Как и Света. Ейный надо говорить. Да, ейный. И евойный. Да простят вас лингвисты. Мы шутим просто. А вон как облепили, как интересно, вот это тоже, видишь, посмотри с этой стороны, какие интересные. А вон так, такие штучки, как соты, соты. Рачок такой красивый. Вон он, красавчик. Кораллы шевелятся, все шевелится. Водоросли. А вот эти похожи на грибы, вот эти вот растения. Как грибочек, и вон еще как грибочек. Ежа, но он, наверное, не хочет вылезать.
красное, желто-зеленое, синее. А что это вот это красное? Это надо почитать вот здесь. Смотри. Это водоросли, наверное, тоже такие же. Как фрукт какой-то. А это живое. Тут прям водоросли. Шевелится, дышит. На рыбку похоже на какую-то. А вот какая прелесть. Волнуется. Море волнуется. Раз. Давайте посмотрим, как оно волнуется. Кто это такие? Живые, все живое. Ну вот, голубой хирург. Что там? Такой довольный. Встань, говорит, здесь, смотри туда, смотри, говорит. Сайрам говорит. Когда я делаю так, и она тоже там, кто-то там... А с кем он здоровается? Сам себя, что ли, видишь? Когда, говорит, ты не движешься, оно не движется. Давай я посмотрю и попробую тоже пошевелиться. А, это просто оптический эффект. И вот когда ты шевелишься, и вот там все шевелится за тобой. Понятно, да. Да. Давай, Светланка, теперь ты Сайрам скажи. Намасте, Сайрам. Даньяват. А где пингвин-то? Нас пингвина лишили. Он должен быть здесь. Пингвин. Морской лев, говорит. В Сан-Франциско, говорит, таких много. Запечатался вот так. Спрятался, ага. Стеснительный. Лев стеснительный. Вниз головой. Нет, это нерпа, кольчатая нерпа. Happy. Политоя. Синулярия ушастая. Какие названия интересные. Но зато можно выучить названия всех этих водорослей, рыбок, если есть желание. Обучающая такая экскурсия. А что там пишут? Там же экраны есть, они объясняют, кто из... Мне кажется, это он. Я могу ошибаться, но он похож. Да, он шевелится. Посмотри-ка, он дышит, да. Я не против. Чуть-чуть видно колыхание легкое. Ничего страшного. Мама!
смотри, снизу вот он твой. Как будто бы дно корабля, дно пиратского корабля, там бочка какая-то, может, не знаю, что это, палуба. Ну, видимо, имеется в виду, что этот корабль на дне, он, наверное, упал, утонул, и вот так вот он выглядит со дна моря. Так. Здравствуйте. Very nice, да? I enjoy very much. Ему очень нравится. Говорит, я enjoy very much. Наслаждаюсь. No one. No pressure. Пробегая этот зал, можно даже не заметить, не обратить внимания вот на эту прекрасную, интересную мысль дизайнеров. Саша говорит, я никогда такого не видел. И только вот если поднимешь голову наверх, то увидишь обломки вот этой палубы, как будто бы. И можно представить, что ты рыба. Маленькая рыбка. Вот в этой стае. А вы тут видели? Да, да, я уже это сняла, видела все это наверху. Пиратский корабль, который ушел на дно. Пиратский, потому что на бочке там череп нарисован. Вот он перевернулся, ушел на дно, полы прогнили, веревки остались, какие-то якоря, дырки вот в борту, покрылось все мхом или чем-то там, водорослями. It is a submarine. Он покажет мордашку. Давай просись. Покажи, пожалуйста, мордашку. Не поворачивайся к нам попой. Здравствуйте, сударыня. Ой, сударыня, показала мордашку. Смотри, какая Ира, я сейчас сделаю фото. Фото чего? Давай, сейчас. Меня? Я за работой. Всегда. Опять черепаха. Кто? Сейчас Светочка. Светочка, да, ты видела затонувшая капсула? А мы же ее там, в тех окнах видели. Ты посмотри, какая рыба на дне лежит. Ой-ой-ой. Ах, какой кадр шикарный сейчас у меня. Ирочка, какая мне сейчас красота. Сейчас, а вон кто там подплыл. Рыбу, да, я вижу, лежит рыбка. Там как тюлень прям лежит. И она такая только глазами вращает. А где ты видишь ее глаза? А это может не глаза, может это жабра. Сейчас я приближу и увижу. Там, на дне, далеко, да? Нет, близко, вот это вот. Нет, иди сюда. Другая, другая, да? Нет, глянь, какая огромная. А, вот я поняла про кого-то, вот про этого тюлень. Вот. Это не тюлень, правда? Ну, такая огромная рыбка. Ну, это не тюлень. Залегла. Тюлень. Как тюлень. Я тоже иду. Я тоже хочу. I also want. Сначала кто, да?
Мама, put your hand like biting me. Положи, говорит, руку, как будто бы он меня кусает. Так, теперь я положу руку, как будто бы он меня кусает. Больно? Больно. Больно. Ты мазохистка? Да. Сделай мне больно. Мелочи, но приятно. Там шоу начинается какое-то, да? Кузичка, 7-8 сантиметров подкожного жира. Нет, ведь это обитатели севера, друзья, северно-ледовитый океан. Надо же нам не замерзнуть. Не замерзнуть в северно-ледовитом океане. Вода 5-6-7 градусов. Все, что 8 выше, уже нехорошо для нервов. Турникеты, моря, океаны. То есть это другая экспозиция. Вы сейчас на экспозиции реки и озера. На ее середине. Ну что, мы продолжаем наблюдать за нашей тренировкой, за нашей очаровательной Лизой, которая выполняет команды своего тренера Михаила. Кольчатый Венера назвали не случайно. Обратите внимание, у них на спинках великие отлички. А я вам начала рассказывать, что с нерпой-то работать. Ой, да вот тут, давайте, ладошками помашем. Это Мэгги, это другая девочка, уже Мэгги. Так, воду. Так вот, нерпы одни из самых маленьких ластоногих, 70-80 сантиметров, так средне, не больше килограмма. Согласитесь, для ластоногих изящное животное. Все ластоноги интеллектуалы. Но вот нерпы отличаются по умностью. Они не любят новых людей в барьере. Неожиданно я цветов, если завтра Михаил вернется. Уточки, пингвины. Хорошо, сейчас посмотрю. Но здесь же пингвины. Там это надо видеть. Look, my dog. Ой, какая different world. Ух ты, другой мир. Но мы туда тоже можем попасть, я думаю, в другой мир. Мы были в реках и озерах, мне кажется. Или наоборот, надо попасть в реки и озера. Это же тропики.
пришли. Невероятно. Да, тукан? Или это не тукан? Ух ты, тукан? Нет, наверное, это не тукан, это не носорог. Надо посмотреть сейчас. Молодец. Смотри, говорит, он поднимает крылышки, чистится. Под мышками крылышки, под крылышками чистит. Ушки, да. Ушки чистит. Йога. Наверху кафе. Я всегда за работой. Ой, мне даже себя в камеру не всунуть. Не мешало бы немножко сполоснуть, чтобы пыль. А, вот эти джунгли, да, немножко надо. Дождя, да. А монстеры это настоящие. Да, это живые. Живые растения, да. А рыба вот рыба. А посмотри, какой остров. Вон с ракушками. Я уже сняла, я вот рыбку теперь снимаю. Вот такая красивая рыбка. А тут глубоко. Да, глубоко. Вот этот вот вроде бы. Это бандергай. Бандер? Ух ты, там обезьянка. Ага. Разворачиваемся и видим обезьянок, да? Саши говорит, я никогда не видел таких обезьян. Вот такими хвостами. Рисовались и пошли. Посмотри, вот какие фрески. И во второй зал потом можно пройти. Да, мы потом придем. Ну, этот аквапарк мне даже понравился немножко больше по своему дизайну, чем прошлогодний аквапарк. И даже то, что есть места для сидений. Ой, птица пролетела. Да какая птица, да. Yes, I see. Какая птица потрясающая. И есть места вот покушать, кафешечки вот там. В том, по-моему, не было. Во всяком случае, я не помню. У нее красные полоски на голове. Люди красные. Так, мы нашли птицу. Летает себе. Опа. Ой, нет. Не успела снять. Это не залетное, это на местного производства. Замечательный труд дизайнеров. Мне очень нравится. Вот это дерево с какой-то корой, ветка рухнувшая, остатки стены, как будто заброшенные, съеденные джунглями, захваченные постройки какие-то. Потрясающий, Светочка, спасибо за идею сюда нас привести. Потрясающая идея. Нас сюда загнал дождь. Да. И это хорошо. Но она у тебя была все-таки в голове, как резервный вариант. Да, ну нам все нравятся океанариумы, которые здесь, мы везде были, и нам все нравится. Я еще в питерском не была. Советуешь, да? Хороший, да, он двухэтажный.
Там тоже свои пельсы, там каскад, их можно погладить. Ну, по крайней мере, мы гладили, сейчас, может, уже нельзя. И крабы, знаешь, какие крабы? Метр по полтора. Они камчатские, что ли, дальневосточные какие-то, очень. У них вот такие крупногие. Ноги. Что-то бедные вот эти обезьянки, им же надо носиться, бегать. Они сейчас прыгали, хвостами махали. Да? Такие хвосты вообще... Обезьянка, какая же это? Мартышка Браза. Мартышка Браза. Кто? Старик Хатабыч. Сейчас пойдем посмотрим. Она живот не кушает. Какая борода. А ближе пришла. Она же, наверное, любит стучать. А это краснохвостая мартышка, видимо. Покажи хвост. Где хвост? И точно красный. Мы в Таиланде ходили на остров, лемуров ездили в зоопарке, и мы с ними играли, кормили их. Такая очень забавно. Как их тут много, как котятки прямо. Даже маленькие лемуры. Это маленькие такие. Ой, к Саше прямо прыгнула. Она, да? Прямо ладошками она до нее, до его ладошек дотронулась. Какая игривая. Она, кто рано встает, тот всех достает, похоже. Она решила всех доставать. Все-таки спокойные. А там еще и черепаха с ним. Ой, она на черепаху села. Черепаха так смотрит. Мама, ты есть. Это будет.
Кто? О, Бэтмен. Бэтмен. Ага. Смотрите-ка, летучая мышь. Вон, да. Hanging opposite. Like in Buddha party we have many. Ой, боже мой. Ой, ой, ой. She makes small business. Yeah, yeah. And big business. Ой, ой, ой. Описывай по какам. Дайвинг. Так, очень интересно. Можно даже поплавать. Ага. Так, это были кто? Египетская летучая собака была. А это марабу? Only one, no? Да, только один. А ему даже места тут маловато. Невысокое, да. Угу. Пониже бы веточку сделать. Похож, да. Ему надо повыше клетку было. На марабу, да, ему маловато. Ему, да, как в тюрьме. Ой, они немножко вместе тут, а они вместе с этими, да. Нет, стекло для. А, стекло. Да, мы в лесу. А, смотри, мы как будто в лесу. Посмотри, марабу это, нет? Сейчас скажу, африканский марабу. Здравствуй, марабу. У тебя корова му? А здесь вот такое вот ощущение, что мы в каких-то джунглях. Идем в джунглях. Тут видим тут какие-то древние истуканы разукрашенные. Над нами деревья. Вот. Просто оазис. Оазис, да. Предполагалось, что мы были в джунглях, долго-долго шли, и вот пришли вот к каким-то таким истуканам. Что там пишут про них? Или не про них? Мартышку. Вот про мартышку. Обитает в Центральной Африке, выбирая себе самые разнообразные места. И кошачий лемур. Населяет южную и юго-западную часть острова Мадагаскар, а также в небольшом количестве встречается в горах Андрингита. А пища состоит главным образом из фруктов. Помимо этого, в их меню входят листья, цветы, травянистые растения, кактусы и изредка насекомые. Вот, да, предполагается, опять же, что мы в этих джунглях, лесах или где мы там оказались, мы нашли обломки каноэ, лодочки, весла, вот бамбуки тут растут, пальмы, как будто бы мы вот гуляем по заброшенным территориям. А здесь панцирь черепашки умершей, сети рыбацкие, наверное. И вот еще один такой истуканчик. Что он символизирует, не знаю. Ракушка, которую можно дудеть. Конец экспозиции «Моря и океаны». Экспозиция «Реки и озера» – первый этаж вниз. Экспозиция «Джунгли» – третий этаж. Мы можем пройти и туда, и сюда, потому что у нас общий билет. Вот на выход. Там будут проверять. Здесь пока можно посмотреть что-нибудь в магазинчике.